Так, закончили клеить второй слой вибропласта в дверях на автомобиле Havail H6. Максимально обрабатываем поверхность, все тщательно прокатываем валиком. Передние двери закончили клеить третий заключительный слой шумопоглотителя. Толщина его 15 мм. То есть остается доделать одну дверь, проклеить третьим слоем и собрать обшивки. И отдайте автомобиль владельцу. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!